подписчики! Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки! Ну, поехали! Сегодня мы будем печь пирог, который называется бездрожжевой картофельный, быстрый. Для этого нам надо 4 картофелины средних, кусочек сыра грамм 50, кефир стакан, сотки 1/2 чайной ложки, масло подсолнечное. В одинаковом количестве масло вот подсолнечное у меня налито для теста. И вода, это где-то по 3 ложки, здесь 3 ложки, здесь. И муки 1,5-2 стакана, соли. Ну что, начали? Готовим наше тесто. Для этого выливаем масло подсолнечное, воду, соли чуть-чуть. Вот, берем соли, вот мы подсмешиваем здесь все. Так, потом берем кефир. Замешиваем. Сотки. Вот на кончике. Пол чайной ложки, в общем, здесь у меня. Вот, смотрите, вот. И месим до густоты сметаны. Вот, чтобы у нас была густая сметана. Вот и получилось наше тесто. Посмотрите, какое оно. Вот, как густая сметана. Откладываем его в сторону. Берем картофель и трем его в крупную терку. Теперь берем сыр и трем его тоже в крупную терку. Если сыра нету, когда пекете пирог, можно просто картошку подсолить. И все. Можно без сыра. Ну, сыром вроде как-то пикантно получается. Берем сковороду с толстым дном. Вот, наливаем масло подсолнечного. Края обмазываем. И теперь выливаем тесто. Тесто выливаем побольше половины. Оставляем совсем немножко, 2/3. И вот 1/3 оставляем. Ставим в духовку на 200 градусов. Буквально минут на 5, чтобы прихватило дно. Ну вот наше тесто немножко подошло, тут побеглось. Кладем начинку. Чуть подсаливаем, паем сыр, заливаем наш остаток теста вот на это, на начинку. Ставим наш пирог в духовку, пусть печется, 200 градусов, 30 минут. Ждем, когда подрумянится.